26 мая 2021 год, Харьков, 21:30 по Киеву. Встает луна над горизонтом, к сожалению, в облаках. Сегодня полнолуние, суперлуние, именно через облака мы сейчас на нее и смотрим. И справа на Луну надвигается вообще сплошная облачная масса. Конечно, сейчас эти облачка добавляют колорита. Откровенно ее называют кровавая луна сегодня, да? Там индейцы, не знаю кто. Ну, конечно, облачность натурально сделала ее кровавой. Очень хорошо. Очень верное, по-моему, предположение сделали мне в комментариях, что на горизонте Луна выглядит более красной, чем в зените. Не только потому, что загрязнение воздуха в городе Харькова в данном случае, но и потому, что красные волны световые более длинные. Им легче пробиться через что бы то ни было. Ты представляешь, грузовик какой-то едет, люди добрые. Мы вообще в каком-то, в полях. А, не грузовик, легковушка. Ну ладно, придется перетерпеть немного шума. Газелька, что ли, да? Ну, что поделаешь. Прерывать съемку не буду, потому как есть все шансы, что у нас прямо сейчас закроется облаками Луна полностью. Это же надо. В тьму таракань под окружную забрался, и здесь... А ведь неплохо получается. Ёлки-палки, вылезла совершенно уже луна из. 356 тысяч. Что такое суперлуния? Так называемый термин, как неоднократно в дублях уже говорил, совершенно ненаучный. Просто это момент, когда Луна по своей орбите, вращаясь вокруг Земли, подходит... Натурально кровавая, слушай. На максимально близкое расстояние, в данном случае это 356 тысяч километров. Максимально, насколько я помню, 405 тысяч. Мимо. Еще раз мимо. Так. Да, слишком приближать не надо, потому как не дает нам облачность резкость приемлемую сделать. Да, справа такой массив надвигается капитальнейший. Облачная масса. Сейчас, наверное, сниму еще. Это у нас ISO 125, для себя озвучиваю. ISO 125. А сейчас попробую на более высоких показателях поснимать. Может, окружающую обстановку будет видно для мизансцены. Хорошо. А может, чуть выше поднимется и лучше видно будет. 21:34 по Киеву в Харькове. 26 мая 2021 год. Полнолуние, суперлуние. Полная луна на ближайшем расстоянии к Земле. Аристарх. Вон он, наш Аристарх. Кратер Аристарх. Вот это маленький. Молоденький, беленький.
Ладно, да, слишком близко. Действительно, пока не стоит зумировать. Так, это дубль первый.